Представитель Краснодарского края, подойдите к судье-информатору. Представитель Краснодарского края, подойдите к судье-информатору. Внимание, владелец автомобиля «Лада», государственный номер 562-116 регион. Подойдите на парковку перед КПП. Вашему автомобилю нанесены повреждения. Пройдите на разборку. Можете взять с собой человек 10. Водитель автомобиля «Лада» номер 562, 116 регион. Подойдите на парковку, где ваш автомобиль. На ковре А работает бригада судей в составе руководитель ковра Алексей Донских, судья международной категории Саратовская область, арбитр на ковре Сергей Бахтанов, судья всероссийской категории Тамбовская область, боковой арбитр Рамиль Сафаргалин, всероссийская категория Республика Татарстан. На ковре С руководитель ковра Борис Владимиров, Республика Татарстан, судья международной категории. Арбитр на ковре Виталий Павлов, Республика Коми, судья международной категории. Боковой арбитр Беслан Булаев, Чеченская Республика, судья всероссийской категории. На ковре С досрочную победу одержал Тимур Кулдасов, Волгоградская область, завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 48 килограммов. Победитель и призеры весовой категории до 44 килограммов вас ждут в зоне награждения. После этих встреч состоится награждение буквально через несколько минут. Победитель и призеры весовой категории до 44 килограммов. Пройдите в зону награждения. Также пройдите тренер победителя. Давай, давай, давай.
Победу по баллам одержал Мельников Кирилл, Курганская область.